Я запатентовался. Всем здравствуйте, меня зовут Панихин Григорий, я рад приветствовать на своей домашней площадке в Миссиси. И я рад представить вашему вниманию концепт нашей идеи. Это действительно может перевернуть рынок вертикального озеленения. И сейчас я покажу, что это такое вообще. Кто вообще здесь выращивает растения у себя дома, комнатные растения? Поднимите руки. Так, где-то половина зала, да? Собственно, для кого, наверное, не секрет, как-то поехало, но ничего страшного, хороший дизайнер, переживайте. То, что многие, те, кто любит выращивать у себя дома растения, у них не хватает места, то есть маленькие квартиры. Мы провели ряд опрос наших потенциальных потребителей, и они сказали, что действительно не хватает места, и поэтому хочется больше, а где размещать, не знаю. Ну и у кого была такая проблема, что ваши любимые растения портили не менее любимые дети или домашние животные? У кого такое было? Переворачивали горшки? Да, это почему-то больше, чем выращивать растения. То есть тоже такая проблема есть. Потому что они все стоят на подоконнике, и они все животные любопытные, их просто забивают. У нас есть решение для этой проблемы. Мы разработали такой вот горшочек, который крепится магнитом на стену. И может быть разных форм, и также у него есть функция, естественно, оповещения, когда необходимо добавить воду, загорается лампочка, а если вы сидите в социальных сетях, тогда вам присылают сообщение там, ВКонтакте или в Твиттере, то что полей меня, там, ты что забыл про меня. Ну это для таких вот занятых людей, которые часто забывают поливать. Ну естественно, вторая модификация – это автополив. Попали, добавил воду, и все, можешь, так сказать, наслаждаться своими растишками. А для реализации этого проекта у нас уже есть такая достаточно сильная команда. Это Мухтар, он программист из Пакистана, лучший программист, которого я знаю. И Волкова Ольга, она работает в центре прототипирования и спроектировала первую русскую серийную яхту. И, собственно, я, Панихин Григорий, основатель трех успешных компаний. Ну, видео, съемка, розничная торговля. Ну вот сейчас мы реализовывали два таких вот, ну и реализуем два проекта, это домашняя гидропоника, вот сделали прототип, и вот такой вот горшочек Plant Friend, говорящий, естественно, который мы запускаем, вот планируем запускать в США вот, в конце декабря. Собственно, кто нам нужен? А нужны нам люди, нужен опытный маркетолог, который реально умеет выводить такие продукты на рынок, опытный предприниматель, ну не Стив Джобс, тоже русский Стив Джобс, ну и инвесторы, естественно, в будущем. И, собственно, давайте создавать будущее вместе, и я постараюсь сделать презентацию получше. А вопросы есть, Григорий? У меня вопрос о магнитной горшочке, верно? А то есть стена должна быть как-то железная? Да, то есть магнитная. Понятно. Спасибо. Сделайте, пожалуйста, презентацию. Это автополит? То есть в чем суть, в чем потребительская ценность? В чем потребительская ценность? Это автополит? Нет, то есть оповещение, то есть когда необходимо... Ну, то есть либо оповещение, либо автополив. Да, то есть просто полив своевременный, да? Наша ценность конечная, своевременный. А через полив. Твиттер можно разговаривать? Отлично. Спасибо. Я заведу себе домашнее животное. Следующий. Кто?